Это берег озера Боброва. Где-то там вдали, может быть, полкилометра, хутор за этими домами. Арентов. Хутор Арентов. Был такой казачий атаман Арентов. В начале 1700-х годов это была его вотчина. Было у него тут поселение вот на этом прекрасном озере. Тут же рядом лесок, травка, озеро. И все было прекрасно. Жили люди здесь и 300 лет назад, и больше, наверное, тоже жили. А где-то до 1600 года здесь вообще пустошь была. Здесь были ханские и крымские, татарские, вроде бы как, поселения и поля.